Раз.
здесь нужно немножко подать грудь вперед. Там. Дальше у нас идет шаг вперед. Опять назад. И снова вперед. Кто-то из ребят делает просто шаги. Но если вам удобно, вы можете добавлять прокрут. То есть из вот этого положения вышли сюда. И погнали. И так, и так, и так. Угу. На третий счет у вас раскрывается когтистая лапа перед собой. Раз. К ней добавляется вторая. Два. И на свободную ножку, которая сзади стояла, мы делаем прыжок. В момент прыжка вы разбрасываете в сторону, грудная клетка подается вперед. И, соответственно, прыжок немножко затяжной, чтобы попасть в музыкальный акцент. Соответственно, та-да. И погнали. Делаем большой акцент влево. Назад он не такой большой. Дальше эта рука уходит в бок. Этой рукой мы берем колено. Тоже тянем его влево. То есть у вас все акценты в левую сторону. Влево. Взяли колено влево, его потянули к себе. И когда вы уронили колено вниз, роняется голова, рука все еще здесь. И отталкиваясь тоже, у нас акцент идет влево. То есть мы вырастаем в ту же сторону, в которую делаем все три акцента. Итак, у нас идет. Лево, лево, лево. Дальше мы пропускаем небольшой один счет. И три громких акцента. Раз, два, три. На них идет перестроение. Руки уходят либо назад. И мы идем в слайд вниз на правую ногу. Раз. Либо можно левую держать слезть перед собой. Допустимо. На два. Подставляется нога. Руки закрывают лицо. На три. Голова поворачивается в сторону. Руки раскрываются. Это вся первая часть. Давайте сейчас очень медленно соберем. Я объяснила, как делаются партии в сторону, но я буду делать партию центровую. Значит, мы с вами делали 5, 6, 7, 8. Раз. Уводит нас в левую сторону и, обводя живот, возвращает на это же положение. Если мы были
дальше вниз, вниз. И меняется движение вот здесь. Теперь вы выставляете ладонь под себя, добавляете сюда вторую, а потом делаете козу и в козе сгибаете свои пальцы так, чтобы получились вот такие вот когти. И, соответственно, из вот этого движения превращается в козу, вы делаете шаг опять по правую назад и красиво вскрываете себе шею. Ручки сбрасываются, снова идет переход. Можно красиво выделить кружку с лица в момент этого перехода. Что делаем? И финальная связка. Правая рука идет на рис. Шагаем ей чуть вперед в диагональ. Разворачиваемся, подставляем ее к себе. И, в общем-то, все. Руки идут в крест. Правая спереди вроде бы. Дальше. Выставляем, как будто держим стопочку, будем сейчас выставляем. Разворачиваем себя и подставляем спокойную ножку, делаем глоток, пам, и когда мы как будто проглатываем, пускаем небольшую волну по телу. Во втором куплете, мне вот во втором припеве, прошу прощения, мне очень нравится, как центровой мальчик делает еще два акцента. После этого движения он делает, он закрывает рот царапкой, вторую ставит перед лицом и делает такое движение. Очень красиво, очень подходит под акценты. А двое других, которые стоят по бокам, в эти акценты просто делают поворот, выходя вперед. Соберем вторую часть. Та-да. Пам, дейст, дейст, дейст. Точка. Бит. Обводка. Та-та-та-та-та. Та-та-та. Вниз. Та-да-да. Переход и крест. Взяли, выпили и...